Вы смотрите видео об отеле My Rosa. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель My Rosa расположен в стране Индия в регионе Север Гоа и относится к классу гостиниц с числом звезд 1. Отель находится в 42 километрах от аэропорта. Ближайшие города – Мопаса и Панджим. Отель построен в 2010 году. Привлекательный гестхаус на первой береговой линии курорта Морджим. В отеле всего 8 уютных номеров. До оживленного района с магазинами, ресторанами и дискотеками 5-10 минут ходьбы. Отель подходит для отдыха с минимальными затратами. На территории отеля имеется доктор платно. Комментарии, услуги доктора по запросу. Открытая парковка. В номерах есть количество номеров 8. Номерной фонд отеля состоит из стандарт-рум 8. Площадь 20 квадратных метров. Максимум гостей 3. Центральный кондиционер, телевизор, сейф бесплатно, душ, балкон, не предоставляются или отсутствуют, фен, халат и тапки, мини-бар, покрытие пола, кафель, расположение номера, в основном здании, 2 односпальные кровати, максимальное размещение 2, банные принадлежности не предоставляются, чайные и кофейные принадлежности по запросу, дополнительное спальное место, матрас, платно, среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть. Не предоставляются или отсутствуют, открытый бассейн. Полотенце бесплатно. Шезлонги бесплатно. Матрасы бесплатно. Не предоставляются или отсутствуют, автобус на пляж. Пирс понтон, нет. Территория пляжа, городской песчаный пляж. Между отелем и пляжем есть дорога. Год постройки гостиницы, 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.